Сегодня у нас еще Hyundai Palisade приехал тоже на электропороге АТС после Porsche Cayenne. Вот, на нем тоже установили пороги. Но эти машины у нас к нам заезжают часто. Потому что машина на самом деле высокая, и пороги здесь необходимы. Неважно, маленького роста или большого роста. Смотрятся они на Palisade тоже очень хорошо, потому что уходят они практически под автомобиль полностью. И когда порог под автомобилем, его практически не видно. Также для задних пассажиров тоже очень удобно заходить в авто. В автомобиле заходить не буду, потому что внутри он очень чистый. И для тех, кто скажет, вы хотя бы помыли, у нас уже часто такие вещи бывают в комментариях, помыли автомобиль. Автомобиль мы моем каждый, перед каждой установкой. Этот автомобиль мы не моем, не только этот и предыдущий, который вы видите, они не мыты. Это не из-за того, что нам лень их помыть, это просто из-за того, что автомобиль только-только приехал с пленки. Когда машина приезжает с пленки, когда мы обклеиваем пленкой, всегда мастера советуют машину не мыть хотя бы дней 10. Только по этой причине этот автомобиль не вымыт. Вот, потому что здесь очень красивый белый салон, на самом деле в Palisade, если честно, к нам такой приезжает впервые. Потому что обычно все салоны черные, обычно обыкновенные, а здесь такой как VIP-класс, скажем так. Все, с ним мы тоже закончили. Пороги так же, как и любые другие, на любое авто у нас более 100 моделей автомобилей, на которые мы производим электропороги. Также в них есть и Palisade. Управляется с приложения, мы не ставим никаких дополнительных кнопок, мы не сверлим каких-то непонятных новых отверстий, все ставится в штатное место, все подключается к штатному кану, к штатной проводке и также управляется через приложение. Все, автомобиль отдаем владельцу, приезжайте к нам, будем рады вас видеть. Всего доброго.